Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 1 апреля 2024 года. В теплице очень жарко, градусов 30-40, это будет точно. Буду сеять на рассаду помидоры для открытого грунта, потому что не знаю, как и что у меня в доме взойдет для открытого грунта. Так, сорта. Красная шапочка, петруша-огородник, санька золотой, здесь неполная, я села, осталась, и детская сладость. У меня хорошо взошла она в доме. Но дело в том, что то для теплицы я выращиваю красную шапочку и детскую сладость золотистую. Очень такие вкусные томатики, хорошие. Очень-очень даже вкусные. Их где-то штучек 20. Так, золотой санька, проверенный, в теплице выращивала, в открытом грунте. В открытом грунте намного лучше. Петруша-огородник, мой любимчик. Такие сладкие, нежные, сочные, мясистые. Красная шапочка. Ох, хороши у консервации. Очень вкусные. Ну что, будем открывать и будем сеять. Я поставлю вот такую камеру. Не знаю, что у меня получится. Какое получится видео. Такое, мои дорогие друзья, и получится. Потому что штатив у меня какой-то не очень, чтобы очень. Красную шапочку. Открываем. Так, она вот в таком пакетике. И сыпем. Семена мелкие. Короче, один ряд, даже и много. Даже и много ряд. Ну да ладно. Сыпанем, как получится. Приблизительно разбросаю. Так. Петруша-огородник. Петруша. Розовый, вкусный, для открытого грунта. Сибирский сад. Фирма вроде бы неплохая. Масса их 200 грамм, низкорослые. Посадил и забыл. Овальной формы. Мясистые, сладкие. Так. Петруша. Тоже так. Покидаем чуть-чуть. Ну, петруши где-то штучек 20 будет. Так, где густо, где пусто, санька. Золотой санька. Кислоты почти нет. Тут есть кислинка, но не такая уж и сильная кислинка. Так, надписи положим, а то забуду, где какая. Вот этого красная шапочка. Пусть здесь лежит бумажечка. Это петруша-огородник, санька золотой, и где-то потеряла бумажку. А вот она, детская сладость. Так, санька. Ну, саньки у меня получится очень даже много золотого. Вот. И здесь откроем. Так, неудобно, топтать не хочется. Вот все, посыпали. И детская сладость вот такая. Вкуснотень. Обработанные семена. Так, короче, где пусто, ну и по их порядком. Где пусто, где густо, где пусто. Получается... Да прилипли семена, не могу отодрать. Так, вот такого берем и бросаем в пустое место. Так, вот так. У нас петруша и красная шапочка. Вот так, мои дорогие друзья. Получилось, кое-где густо, где пусто.
Ну ладно, где пусто, там будет крепче рассада, где густо будет реже, придется разрывать. Все. Все мы посадили. И здесь. Что у нас? Редисочка. Все. Вот. Сюда вот, наверное, поближе. Вот такого. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Посеяли мы. А на ночь, конечно, я укрою все это спанбондом. Ну, а завтра или дня через два будем сеять салат на рассаду и начнем цветную капусту. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч, пока!